Привет, друзья! Если вы хотите, чтобы Джанан потерпела неудачу в своих злых делах, если вы не хотите, чтобы Сэхер пострадала, давайте нажмем кнопку лайк и посмотрим наш номер. Каков коварный план Джанна? Почему Сэхер не сказал Яману правду? Будет ли Зеки донором Ямана? Каков конец Джанан? Здесь я отвечу на все ваши вопросы, друзья. В новом эпизоде сериала «Доверенная» Сэхер узнала, что Джанан отравил Ямана. Когда Сэхер узнает эту информацию, она просит Джанана читаться. Но Сэхер не говорит Яману правду. Вот почему Джанна разыгрывает все свои козыри в следующих эпизодах. Джанан просит Сэхера читаться за ее пощечины. По этой причине Сэхер должен как можно скорее рассказать Яману правду. Но Сэхер продолжает скрывать правду, чтобы Яман не расстраивался. Джанан обращает это в свою пользу, а именно, Зеки не будет донором Ямана. Джанан также заключает сделку с Сэхер, чтобы стать донором. Джанан делает жестокое предложение Сэхер. Джанан говорит Сэхер, что ты покинешь Яман. Сначала Сэхер не принимает предложение Джанан. Джанан говорит, что я не отдам свою печень Яману. Видя, что Яман корчится от боли, Сэхер принимает предложение Джанан. Таким образом Джанан достигает своих целей. Яман и Джанан немедленно доставляются в хирургию. Сэхер также покидает особняк, когда Яман выходит из операции. Потому что Джанан сказал, что когда Яману станет лучше, с ним буду только я. Вот почему мы, к сожалению, какое-то время будем смотреть сцены, в которых Сэхер и Яман разлучены. Но позже Яман снова идет за правдой. Потому что Некми найден. Затем Недим противостоит Некми с Яманом. Таким образом Некми говорит Яману правду. Яман также понимает, что Сэхер невиновен. Другими словами, Некми раскрывает правду в более поздних эпизодах, а не в последнем. Но не будем забывать об этой возможности. Если Некми никоим образом не раскроет правду, на этот раз ее раскроет Чичик. Чичик говорит, что Сэхер бросила его из-за Джанана. Яман также принимает меры немедленно. Яман снова извиняется перед Сэхер и просит ее простить его. Таким образом Сэхер воссоединяется с Яманом. Также раскрывается истинное лицо Джанан. Яман немедленно идет в особняк и наказывает Джанан и Зухаль. Джанан и Зухаль также попадают в тюрьму. Дуйгу сожалеет, что рассердился на Али. Но Али дает Дуйгу еще один шанс. Потому что Али любит Дуйгу больше жизни. Также Семра сожалеет о своих действиях. Кроме того, Семра дает шанс любви Али и Дуйгу. Но эта любовь не начнется, пока Волкан не уйдет. Потому что Волкан использует все средства, чтобы положить конец этой любви. Волкан одержимо влюбляется в Дуйгу. Поэтому жизнь Дуйгу находится в опасности. Благодаря Али Дуйгу в будущем преодолеет эту трудность. Считаете ли вы, что Сэхер приносит свой конец, не говоря правду Яману? Я буду ждать ваших комментариев ниже. Итак, мы подошли к концу этого раздела, друзья, чтобы увидеть больше видео, не забывайте подписываться, ставить лайки и открывать уведомления и оставлять свои комментарии. Берегите себя и увидимся снова.